Вспоминаем имена прилагательные. Имя прилагательное какие вопросы отвечает? Что? Какой? После уроков обучение в коррекционной школе не заканчивается. В игровой форме ребята закрепляют полученные знания. Половина обучающихся находится здесь круглосуточно с понедельника по пятницу, так как учреждение относится к интернатному типу. Кабинеты полностью оборудованы, педагоги стараются создать домашнюю атмосферу. Накануне школе подарили сразу 3 ковра. Старые со временем пришли в негодность. А новые уже расстелили в игровых комнатах, и дети теперь занимаются в уютных помещениях. У нашей школы очень много добрых друзей, и одна из них – это Амина Закрияновна, руководитель магазина «Мир ковров». Она ежегодно оказывает нашей школе благотворительную помощь. Все 9 игровых уже наряжены в ее мягкие ковры, на которых детям очень нравится заниматься. Малыши не встают, играя в лего с этих ковров. Старшие смотрят телевизор. Мы желаем Амине Закирьяновне здоровья, процветания и хотим сказать огромное ей спасибо. Благотворительностью руководитель магазина «Мир ковров» занимается на протяжении нескольких лет. В первую очередь предприниматель старается поддерживать детские учреждения и с радостью откликается на просьбы о помощи. Пусть все дети будут счастливы и здоровы. Анастасия Тимирбаева, Ольга Смениханов. Время новостей.